Помпа. Это у меня получается ТЭН, это терморегулятор, его крутим этот прессостат, вместо него, в принципе, дисплей разбился, генератор есть. Вот такая вот штучка, на ней частоту выставляешь и можно, изменяя ее, как будто уровень воды растет. После этого какой-то процесс должен, допустим, заливаться, и заливной клапан выключаться. Вот у меня он. Второй клапан я не цеплял, третий. Вот, помпу включил. Обороты набирает. Единственное, движок непроверенный и без нагрузки. Ребята принесли, в принципе, разобрался я, как цеплять его вместо. Это у меня получается с одной статорной обмоткой, как вместо него, вместо двух статорной обмотки его прицепить. Вот это вот мне вот дает он обороты. Ну, в принципе, в таком ритме я его там все закончу. Сейчас я попробую. Выбрать режим. Полоскание, это клапан откроется, но прессостата надо что-то делать, чтобы он понял. Сейчас попробуем. Ага. Вот, пошла. Залив. Это он полоскает. Залив. Угу. В обратную сторону запустился. Опять в обратную. Ну, допустим, вот у нас клапан все равно заливает. Видимо, сейчас его прессостат не волнует. Там нужно какие-то количество циклов, видать, сделать туда-сюда. Потом клапан закроется. Или по прессостату, я еще не знаю, пробовать надо. Или просто по времени. Вот, в принципе, машинка, если модуль приносит, можно выкрутиться вот таким вот макаром. Сейчас мне еще наливную станцию надо сделать, чтобы напор был. Но здесь воды нет. Что-то я не провел с дому. С отоплением места, нет?
Вот так визуально видно, как происходит. Ну-ка проверим. Еще льет. Льет и льет. Ну, в принципе, чтобы не затягивать видео, хватит, наверное. Вместо лампы, конечно, для проверки надо утюг цеплять, чтобы релюхи проверить. Это так для визуализации. Ну и туда терморегулятор на утюг. Бах, я возле лампочки, он уже сам будет нагреваться, говорит, что горячее. Если там по термодатчику, не по времени, опять же. Все, всем удачи, пока. Вот такую вот тему.